Окрошечное безумие. Это когда у тебя много окрошки, кто-то ее сделал или ты купил ее, ты ее разбодяживаешь в большую тарелку, потому что это первая окрошка этим летом. Добавляешь туда горчицы, мазика, перчику. Все это заливаешь квасом. Огромная тарелка, ты ее съедаешь. Где все летит, монитор весь, с монитора можно 2 литра кваса снять, брызг. Повсюду детали окрошки, как детали Лего, а также детали окрошки. Ты ее жрешь огромной ложкой, потому что ее запихиваешь просто в себя, как машина уничтожения окрошки, как аннигилятор окрошки. Вы с окрошкой становитесь как частица и античастица. Вы встречаетесь и вы уничтожаете друг друга. Ты съедаешь, ешь, ешь, быстро уничтожаешь огромную тарелку. Не знаю, там в тарелке, наверное, объем где-то, ну, может, литр с чем-то. Уничтожаешь ее. И ты чувствуешь, фу, охрененно, боже, как прикольно. Снаружи жарко, а внутри холодно и прекрасно. А ты на грани этого баланса. Ты само чудо! Ты ощущаешь с каждой клеточкой организма, как прекрасно жизнь, окрошка стоит копейки, ты получил ее всю сполна, самую лучшую окрошку, она для всех и для царей, и для нищих одинаково, как воздух, но только у нищих воняет он. Ты получил эту окрошку, съедаешь ее, тебе хорошо, уносишь тарелочку, заливаешь ее водой, там в раковине, чтобы почему-то отмыть, потом легко. Ладишься, сидишь, тебе хорошо. Проходит минут 10 этого кайфа, и тебе опять охота окрошки. И ты такой, так, так. В смысле, я же 10 минут назад ты ее съел. Наверное, это какой-то фантомный голод. Это что-то не настоящее, просто странный эффект какой-то. Сидишь, замечаешь, голод второй бросок делает на твои ощущения. На твой организм. Тебе хочется есть, ты понимаешь, это не шутка, это серьезная херня. И ты такой, ну ладно, ладно, окей, ладно, съем еще немного. Идешь и делаешь то же самое, только пол тарелки с квасом, с мазиком, с горчичкой. Делаешь, жрешь, жрешь, снова все в квасе, в окрошке, ты счастлив, все офигенно, садишься, бам, проходит 15 минут, и тебе снова охота жрать. А ты уже переполнен, тебе тяжело даже двигаться, у тебя пот, тебе становится жарче. Уже нехорошо, никакого оргазмического состояния, это боль, страдание. Ты страдаешь от перенасыщения окрошкой. Окрошки тебе больше, чем нужно, она превышает допустимую норму окрошки. Если появился окрошечный полицейский, он бы, не знаю, взял бы тебя на мушку и сказал, «Встаньте к стене, это окрошечная полиция!» И ты сидишь и говоришь, господи, просто так больше не нужно объедаться, мне очень плохо. Ты сидишь так, у тебя испарина выступает, ты потеешь, футболка или рубашка прилипает, читаешь ленту ВКонтакте, все теряет интерес, ко всему интерес пропадает, хочется лечь поспать, потому что окрошки слишком много, огромное количество, ты съел, ну не знаю, гораздо больше, чем нужно, не знаю, раза в два, раз в три, наверное, больше, чем нужно. Первая эта порция была больше, чем нужно, а полторы порции, это вообще слишком. И откуда-то из глубины души начинает закрадываться желание, что ты все равно хочешь еще окрошки. Я и называю окрошечное безумие. Рока.